вот такие вот автобусы ездят по Мальте. Не знаю, каким образом они зарабатывают, то есть это официально или неофициально, но останавливается автобус и говорит, типа, подвезу, и проезд стоит 2 евро. И вот в этих автобусах такая веселая тусовочная молодежь веселится. Thank you very much. Thank you. Good luck. Че, мы на месте? Вперед тогда. Так, а мы пойдем дальше. Народ у нас сегодня разгорячен, как я смотрю, в городе. Сейчас главное нам определиться с местонахождением, вообще, где мы находимся. И дальше уже будем искать правильное направление. Так, вот это место, я что-то не могу понять его. В любом случае, нам в эту сторону надо, да? А, и, кстати, хочу заметить такую вещь, что наконец-таки я услышал мальтийскую речь в таком реальном разговоре, потому что очень редко здесь на Мальте можно услышать мальтийскую речь, в основном все разговаривают на английском языке. И как вы сейчас слышали, она, в принципе, как бы похожа чем-то на арабскую, смесь какую-то арабскую, с какими-то другими языками, что-то такое среднее, не очень понятное, как звучит мальтийский язык у нас. Так, все это хорошо, где мы находимся? Вон наш отель просто, помню. Все тогда, все, мы в центре находимся тогда. Вперед. Тогда мы находимся в центре. Сзади машина там еще. Так что, друзья, покажу вам эту местную ночную жизнь, раз уж здесь оказались. Так, слегонца, посмотрим, что тут творится. И хочу сказать, что здесь ночная жизнь протекает очень в активном режиме, потому что здесь огромнейшее просто количество студентов с разных стран сюда приезжает изучать языки, а точнее, если говорить, один английский язык. Очень много. Так, не опаздываем. Вперед, вперед. Здесь как все обычно, точнее все как обычно, ничего нового. Жизнь протекает тем же самым ходом, которым она протекает здесь каждый вечер. Находимся в городе Сан-Джулианс. Самое такое, насколько я понимаю, самое тусовочное, скажем так, место в этом месте. Вот. Так обычно выдают вот это огромное количество разных напитков, которые заманушки в баре, бар, чтобы прийти в бар, клубы, вот, все ночные движения. В общем. Такие темы здесь проходят. Да. Пойдемте, где мы не были, какое-нибудь место, где не были. Пойдем.
так как в этом месте, в вот эту всю улицу мы уже везде были, то сейчас пройдемся чуть вперед, посмотрим, что у нас тут пониже. Все эти бары, дискотеки. В общем-то, по большому счету, здесь все одинаково. Ничего здесь нового, так скажем, нет. Разные клубы, разные дискотеки, разные бары. Где-то больше людей, где-то меньше людей. Вот. Тусуются, трясутся, танцуют, отдыхают. Что, дальше? Да? Узнаем, как себя здесь чувствуют приезжие сюда люди. Наташ, как главная тусовщица на этой Мальте, побывавшая на всех дискотеках, во всех клубах, расскажи, что чувствуешь, какие здесь ощущения вообще, как у тебя здесь настроение? Люди очень гостеприимные. И вообще, можно попасть в любой клуб, они предлагают зайти за бесплатно выпить, только чтобы люди заходили, и особенно девушки, они приглашают вообще индивидуально. Поэтому... Парней не зовут, да, индивидуально? Нет, ну они зовут, но уже не в, так, не в таких масштабах. Не в таких масштабах, да. Заинтересовать публику, они зовут девушек. И, в общем-то, здесь очень приятно, очень нравится, и мы продолжим, и мы встретимся позже. А ты сколько здесь находишься? Я несколько дней. Несколько дней. Три дня. Как тебе вот атмосфера? Ты хоть хотел бы сюда еще вернуться? Или же вот один раз побывать и все? Нет, мне понравилось. Сначала мне было очень странно. И были многие нюансы, которые мне были, казались вообще такие непонятные. А сейчас, чем дальше, тем больше. Я то же самое сказала Наташе. Натали, да. Что через неделю, когда мне нужно будет уезжать, я просто освоюсь совсем, все узнаю и скажу, боже мой, почему я этого не знала с первого дня. А что именно не знала? Все, что здесь происходит, да? Как это все происходит, куда идти, куда двигаться, где тусовки, где загорать, где лучший пляж, где... Все. Ты довольна? Да. Советуешь сюда людям приезжать? Я советую, я очень... Вообще, я считаю, что все-таки, может быть, есть места и получше, но, тем не менее, на Мальте, и если учитывать начало мая, здесь прекрасная погода, вообще, все бесподобно, мне очень понравилось, так что приезжайте. Спасибо, Наталья. Друзья, вот такая вот обстановочка у нас на Мальте. Так, переходим, пойдем. Попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Так, вперед идем.